Груши целиком на зиму. Вкуснейший десерт в будни и праздники. Пропитанные сладким сиропом, с лимонной кислинкой, они станут настоящим лакомством для маленьких гурманов и не только. Берите на заметку. Предлагаю отличный рецепт простой и доступной заготовки груш на зиму. Груши целиком, консервированные в сиропе. Груши берите любых сортов, сахар кладите по своему вкусу. Качественную сохранность запаса обеспечит присутствие консерванта в виде лимонной кислоты. Замечательный, вкусный и полезный десерт для взрослых и детей. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты для приготовления груш целиком на зиму. Груши вымойте, очистите и обрежьте плодоножку, переложите в кастрюлю. Влейте в кастрюлю воду, накройте крышкой и поставьте на огонь. Варите груши на среднем огне, после закипания 5-7 минут, но это время зависит от сорта и твердости груш. Переложите груши из кастрюли в стерилизованную банку, добавьте в банку лимонную кислоту и ванильный сахар. Вкусняшки, подписавшимся. В кастрюлю с отваром добавьте сахар и доведите до кипения. Залейте закипевшим отваром груши в банке, закрутите стерилизованной крышкой, переверните вверх дном, укутайте в одеяло до полного остывания. Груши целиком на зиму храните в прохладном месте, до использования. Подписавшимся, больше вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Груша, 700 грамм. Сахар, 5 столовых ложек. Вода, 500 миллилитров. Лимонная кислота, 3 чайных ложки. Сахар ванильный, 1/2 чайных ложки. Количество порций, 3-4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.